А это что? Золушка потеряла. А где моя девочка? Полина. Ой, ты мне подушечки ношай. Да. Мам, пап, ну мы вас ждем. Ну что, собрались? Ой, да Галин, все как обычно. Денис, слушай, может, наденешь пиджак с рубашкой? Все-таки как-то попрезентабельней. Таня, мы не жениться, мы заявление подавать идем. Но все равно, события же. Я положу здесь, ты подумаешь. Угу. Слушай, а ничего, что мы в понедельник идем заявление подавать? Это примета вроде какая-то есть. Понедельник, день тяжелый. А вообще ЗАГСы-то работают по понедельникам? Я думала, не работают. Ну вот, интересно, младенцев регистрируют по понедельникам? Я бы вот не хотела, чтобы мой ребенок родился в понедельник. Таня. Ну чего? Чего я такое сказала? Мы с тобой договорились. Никаких детей. Надоело до смерти. У меня два брата, две сестры, все орут. На шее у меня висят, ну. Ладно, хорошо. Лет 10 у нас есть, а там посмотрим. Ничего мы не посмотрим. Я не передумаю, даже не мечтаю. Так, давай, решай сейчас. Готова прожить со мной без детей? Подаем документы? Нет? Нет. Я поняла. Что ты поняла? Все поняла, я все поняла. Все поняла, я вообще все поняла, все. Все. Мне в Арбузов надо позвонить, совсем забыла. Таньк, ну что за дела? Обещала же. Ребенок тебя ждет. Поль, хоть ты и скажи. Тетя Тань, приезжай. Приезжайте. Я буду ждать. Я буду ждать. Тань. Ну, как сказать, поменялись планы. С Денисом, да. Ну, не скажу пока. Ну что, что, не пытай меня, боюсь сглазить. Все хорошо. Хорошо. Я тебе потом все расскажу. Все, пока. Алло. Да, Люд. Что случилось? Ты только спокойно, ладно? Шуркин, это... разбились в машине. Насмерть, Тань. Представляешь? Все? Кроме Полинки. Смысл сейчас собираться? Ближайший рейс только через сутки. Слушай, ну улечу как-нибудь с пересадкой. Я боюсь на похороны опоздать. Там знаешь еще сколько от аэропорта ехать. Зарплату получу, еще переведу. Спасибо. Денис, ты же понимаешь, что я Полину себе заберу? То есть как? У нее кроме меня нет никого. А твой брат, он же ее отец. Брат мой? Его в Арбузове никто года 4 уже не видел. Как Полина родилась, он все от долгов бегает. Тань,
Чего? Я, конечно, все понимаю, но если ты возьмешь ребенка, меня здесь уже не будет. Денис, это твоя квартира. Это меня здесь не будет. А куда ты пойдешь с ребенком? Куда? В общежитие. Ты чего? К маме поеду. А вы здесь как-нибудь. Только я в этом, я не участвую. Зачем сейчас ты собираешься? Мы же еще не скоро вернемся. Какая уже разница? Люд, кто все эти люди? Работают, что ли, хоронят? Родственники где? Да какие у них родственники? Валентина, сестра, тетя Света в отпуске. Найти не можем. А Полина где? Пожалуйста, кто не поместился, заходите в следующий автобус. Люд, Полину кто забрал? Кто-кто? Ну, отец, кто еще? Так он в бегах. Да тут он, мне Валерка Атаманов сказал. Пожалуйста, давайте чуть побыстрее. Да я им говорил, что надо сдавать эти дела, а результаты ноль, понимаешь? Я понимаю. Ну сколько можно мурыжить? Ну, человек. Да я просто сверху тоже. Да и пусть, конечно, 25 лет простоит. Да. В машине в момент аварии ребенка не было. Ты точно знаешь? А потому что я ж дело иду, Таня. Скорее всего, с роднёй или с отцом. А Толик что, в Наташиной квартире сейчас живет? Нет, его там нет. Мы с Людкой туда ходили с документами. Ну, и одежду брали обрежать. Угу. Кто вообще сказал, что он в городе? Так ребята его видели. Это Серега Каплун, этот грузин, помнишь? Аб еще не скажет. Да. Слышь, а может быть, он у отца? Да нет, исключено. Отец как второй раз женился, мы столько порог этой квартиры не видели, так что нет. Ну, тогда не знаю. Ищи по дружкам. Слушай, как-то странно. Понимаешь? Странно, что Полинка с Толиком оказалась. Она перед отъездом с дачи была с Наташей. А что ты взяла-то? Я с ней по телефону разговаривала. Я позвонила им прямо перед выездом. Ключи от Наташиной квартиры у тебя? У меня. Давай. На каком основании, Татьяна? Здрасте. Толик там прописан, а я его сестра. Мне что, на улице жить? Ну, хочешь, поживи у меня. Так. Совсем, что ли, тетю? Ну, шутка, шутка. Шутка, Татьяна. Ладно. Наташкина квартира – это не место преступления. Давай провожу. Угу. Танюха, отплесни еще. Ага, спасибо. Говорят, ты на металлургическом работаешь? Ага. В лаборатории. Странно. На металлургическом одни мужики, а ты еще не замужем? Что там, красноярского парня глаз нет, что ли? Слепые? Да, собиралась вот. Ну, жениху моему Полька не нужна. Вообще детей не хочет. О. Ну, если Полина с Толиком, значит, вопрос решен, так? Ну, я на твоем месте 100 раз подумал, прежде чем с ним связываться. Детей он не хочет. А что он вообще хочет? Хомячка завести, воспитывать совместно в духе политкорректности и гендерного равенства, да? Он тебе вообще кто? В смысле? Ну, по жизни, по профессии. А, кто? Программист. Программист. Понятно. Ну, программисты, они все немного умом двинутые, психикой что-то там. Да хватит, Валер. Не в этом дело. Он просто из многодетной семьи и достал его все. Достал его? Ну как детей-то не хотите, а? Вот я, например, детей очень люблю. А тебя бы 3 имел. А чё? Давай, Танька, выходи за меня. Да может, до генерала дослужусь. Детей нарожаем, дом, собаку большую, еще что-нибудь там. Парни.
Отвечай, ну что ты? Не стоит этот программизм. Наташу жалко. Сидим тут на ее кухне. С тетей Светой, с дядей Колей. Господи. Валер. Ты иди, мне еще в себя прийти надо, мне завтра только искать. Ну ладно, я это... Пойду тогда. Звони, если что-то. Сама, сама. Оп. 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 Смотри. Привет, пап. О, Танька. Черт. С ума что ли съехала? Предупреждать же надо. Машенька, погуляй пока. Че, за месяц тебя предупреждать? Маша, осторожнее. Маша. Хорошая у тебя Маша. Да? А хочешь позову, познакомитесь? Да не, не надо, я на минутку, я Толика ищу. Не объявлялся? Маша. Папуль, смотри. А что мы здесь-то делать? Уже оба хороши. Отец для вас пустое место. Видела бы мать, что из вас выросла. Пап. Ой. Маму не надо трогать, ладно? Извини, я же не это хотел сказать, а другое. Ну, что ты у меня такая, а? Нормальная, пап. Все. Все, пока, пап. Пока. Маша! Эй! Кто такая? Татьяна Щапова, родственница. А, Анатолия сестра? Да. А ключи где взяла? В полиции. Простите, а вас как зовут? Меня? Галина. Скажите, а вы случайно Полинку не видели в тот день, ну, в день аварии перед отъездом? Полину-то, конечно, видела. Слава богу. Она что, отсюда с Наташей уехала? Ну, конечно. Что же ее мать одну дома оставит? Странно как-то. Ее в машине просто не было. Не знаю, может, завезли ее куда? Может, завезла. Наташа букет цветов нарезала, но не себе же. Ну да. Ладно, спасибо, Галин. Курица пропала, говорит. Я говорю, с чего ты где-то должен заниматься, да? А ты что, что ли? Атаманов! Че? Мужики, все, пошли к Семенову, давай. Потом расскажу. А я в интернете... Ты Полину собираешься искать? А что искать-то она с отцом? Она не с отцом. Я разговаривала с ребятами, они сказали, что Толик был один. Тогда где она, скажи? Вот я не знаю, скажи мне ты, полиция доблестная моя. Хватит шутковать, а? Полина во время аварии в машине не было, так? Так. Соответственно, ее мать отвезла куда-нибудь, не знаю, вероятнее всего, с отцом повидаться. Ну тогда должны быть какие-то звонки у нее на телефоне. Ну пробей ты номер, найди ты уже этого чертова Толика. Телефон в смятку у нее, понимаешь? Ну хорошо, я сделаю запрос, но я не знаю, за что его брать. За алименты. Он за 4 года Наташке ни копейки не дал. То есть она заявление в суд не подавала? Валерочка, да? Миленький, я прошу тебя, ну пожалуйста. Все, все, пожалуйста, все, не выбивай из меня слезу, Таня. Все, все, садись, пиши заявление. На. Слушай, соседка сказала, что Наташка перед отъездом букет настригла. Она, наверное, подарить кому-то хотела. Может, они на день рождения ехали. Завезли ребенка на праздник, а обратно не забрали. Букет был в машине, она не успела подарить. Черт, я на него так надеялась, на этот букет. Дай я посмотрю, что он писал. А ты что понаписал? Ты что, с ума что ли? Тут умом тронулась, а? Возможно, похищение ребенка. Ты что?
переписывай давай. Вот, держи, под диктовку. Прошу установить местонахождение несовершеннолетней Щаповой Полины Анатольевны. Слушай, а еще какие-нибудь Полинкины вещи были в машине? Вот. Тань! Ну что, слоник, знаешь, где Полинка? Нет. Не скажешь мне, да? Тетя Валь, здравствуйте. Слава богу, вы не знаете, где Полина? Откуда же мне знать? Мы же только что приехали. Вас Людмила обыскалась. Да? Обыскалась. Захотела бы, нашла. Мы же не в Турции были. Вообще, видное ли дело, да? Закопать без родной сестры. Я еще разберусь, кто такое право дал. Между прочим, говорят, что поминки и похороны дрянные были. Неправда, все было по-людски. Это я разберусь. Деньги на похороны собирали? Собирали. Куда остаток дели? Обычно всегда остаток остается. Не у тебя? Нет. А ты как в квартире-то оказалась? По какому праву? Я вообще-то родня, тетя Валя. Да уж брось ты. Сбоку, с припеку. Беглого мужа сестра. Ключ-то где взяла? В полиции. Все законно. С полицией тоже разберемся. Долго ты тут жить собираешься? Тетя Валя, я вообще-то Полину ищу. Что, опекуншей хочешь быть? Может быть, вы хотите? Боже упаси. Ну, если там Полинка мертвая, ну, то квартира моя. Зачем вы это говорите? А ты что думала? Все тебе достанется. Губу-то закатай. У моей дочери, между прочим, заловка в суде работает. Поняла? Поняла. Да, тачку пригнал. Замызганы все, как из болота. Еще и прет на храп, на козел. Слышь, братан, давай я тебе перезвоню попозже. Ага. Танюшка, привет. Привет. Не узнал у меня Шурик Попов. Шурик, прости, не узнала. Привет. Чего это здесь все? Давай. Фига себе, как это? Вот так. Давай, помогу. Но идти теперь не могу. Жесть, конечно. Ты сам-то как, Шурик? Да нормально. Бизнес у меня, прокат машин. Тебе не надо, кстати, своим за полцены. Ты так прогоришь. Тут же полгорода свои. Да, вот тут в точку. У людей совести вообще нет. Тань, в ЗАГСе перерыв с часу, прости, опаздываю. Угу. Давай, а что в ЗАГС заявление подавать? Ну, опомнилась. 6 лет уж как женат. А что в ЗАГС тогда? Да ну так, бумажки ж, бумажки. Ладно, побег, рад был повидаться. Давай. На ком женат-то? На Галке Сидоренко, помнишь такую? Не, не помню. Не знаю, честно говоря, чем вам помочь. А спросите у Никиной мамы, Ника с Полиной, подружки. Лена Антоновна? Да? Видите? Спасибо. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Вы случайно не знаете, где может быть Полина Щапова? Я откуда? Пойдем. Подождите. Извините, конечно, а вы и кто? Я ее тетя, сестра отца. Меня Татьяна зовут. Вот ищу Полину. Полина что, пропала? Да, пропала. Никто не знает, где она. Я просто из Красноярска, я здесь понятия не имею, с кем Наташка могла общаться. Странная, конечно, история. А вы в гостинице живете? Нет. У Наташи в квартире, на Фурмана, во что.
Послушай, я тебе что, шофера? Ждать, когда ты выговоришься. Все сплетни собрала? Быстро в машину, иначе на топсе поедешь. Андрей, подожди, как девушка ищет Полину Щапову. Полина. Лена, пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Татьяна? Да. Я Тамара. Можно? Проходите. Вы Наташина подруга? Скорее, знакомая. А, примите мои соболезнования. Спасибо. Мне сказали, вы ищете девочку? Да, она у вас? Нет, конечно. Проходите, проходите. А кто вам сказал, что я девочку ищу? В детском саду? Ну, в общем, почему именно вы ее ищете? В смысле, почему? Пропал ребенок. Кто ее должен искать? Может быть, вы? Нет, ну, может, вы что-то знаете? Про Наташу, про ее подруг, про которых я не знаю. Вы кто вообще? Подруг? Почему подруг? Есть же отец. Отец? Что это за отец? Нужна она ему. Больно. Этому отцу. Ну, а брать свою? А о ком же еще? Тогда где же девочка? Не знаю. Никто не знает. Выходит, вы ничего не выяснили. Выходит, ничего. Понятно. Можно мне воды, пожалуйста? Можно? Спасибо. Алло. Да. Да, ищу. Темненькая. Нет. С косичками. А глаза как голубые. Ага. А вы кто? Вас как зовут? Марина Степановна? Да, давайте встретимся. У парка, да, хорошо. Пораньше можно как-то? Все, хорошо, через 15 минут буду. Все. Марина Степановна, здрасте, я Таня. Очень приятно. Ну, мне, наверное, что-то полагается. Да. Извините. Держите. Извини, я пошла. Подождите, а сколько? А это как своего ребеночка ценишь? Вот, вот, все, что у меня есть. Вот, держите. Нету больше. Девочка 4 годика. Косички такие темненькие. Мужчин за руку держал. Так, а поподробнее? Высокий такой, крупный. Татушка. Татуировка? Угу. Паук? А знаешь его? У меня просто у брата татуировка паук. Ну, так значит, брат. А дальше они куда пошли? Пошли так прям по Комсомольской. Ну уж я дальше не знаю.
Неужели Толик с Наташей в машине был? Ну, это уж не мое дело. Марина Степановна, подождите, вы же свидетель, фамилию. Здорово, Паш. Здорово. Привет. Здорово. Валера, да? Ты чего трубку не берешь? Работаю, видишь? Работаю. У тебя что, пожар, что ли, а? 10 звонков. Пойдем. Здрасте. Ага. Пойдем. Что-то, Танька, не так. Ты ей деньги давала? Понятно. Развели тебя, короче. Слушай, ну как? Как? Она мне все описала, понимаешь? Толика, татуировку, все. Ой-ой-ой. Все же знают, что Толькина сестра ищет ребенка, да? А у Толи кто знакомый? Мошенники, рецидивисты? Как у нас с вами? Только без обид. Слушай, ну если эта женщина ошиблась, и Тольку забрал кто-то чужой. Это же вообще тогда. Да ладно, погоди ты. Ну что ты? Что делать-то тогда? Не паникуй, Танька. Все разберемся, найдем. Город поднимем, если надо. Валера, ее уже 6 дней найти не могут. Ты понимаешь, что за это время ее могли увезти уже куда угодно? Фамилия? Чья? Моя, тетки этой. А, тетки. Она не сказала. Она не даст. Давай телефон. Девушка! Девушка! Ты ребенка искал? Я. Нашел? Нет. А вы что, видели? Что я видел? Что я видел? Ничего я не видел. Просто дочка моя с Наташей роддом лежала. Вот она сказала, папа, ужас какой. Пойди спроси, нашел, не нашел. Тем более был я там. Эта бетономешалка так выскочил, что шансов не было никаких. Видеорегистратор работал? На. Я на телефон скинул, на всякий случай. Подумал, может понадобиться. Ой, подождите. Подождите, вы мне сразу скажите, ребенок в машине есть? Вот ты смотри, смотри. Вот здесь есть ребенок. Есть здесь ребенок? Нет здесь ребенка. Ну ладно, ладно. Ну не надо, да, Юстин. Не надо. Ну, кто-нибудь забрал. Тетя там, родственник кто-то, сестра, кто-то был рядом и забрал девочку. Подождите. Вы только не уходите. Хорошо, ладно? Хорошо. Сейчас, минутку. Валер, не было Полины в машине. Не было. Я видео посмотрела только что. Ее там нет, Валер. Отбой. Ну все, все. Хорошо. Не переживай. Не переживай, найдешь ты девочку. Найдешь. Ой, Вик, прости, пожалуйста, что разбудила вас ночь, наверное, уже. Слушай, я тебя хотела попросить. Ты не могла бы мне дать денег в долг? В смысле? Это ж квартира Дениса. Какую квартиру? Вика, вот просто так подруге денег в долг дать невозможно, да? Позвоню хорошо сейчас Денису. Денис. Доброе. Ну что, собирайся, Толик, я нашел. Алина с ним? Танюха, ты такая красивая спросонья. Че, Валер? Да чё? Хватит, руки убери. Ладно, все. Все. Ну, приснилось себе. Полина, с ним я спрашиваю. Валер, ответь. А? Ну, в данный момент сомневаюсь. Братана твоего привезли. В 6-ю больницу и не бросили. В смысле бросили? Так взяли и бросили.
Здрасте. Здрасте. Привет. Привет. А ты откуда? Тихо, здесь? Тихо, лежи. Не вставай. Больно тебе? Да нет, нормально. Что произошло-то вообще, Толь? Так, ерунда, пару ребер. Заявление писать будем? Ага, сейчас. Полина у тебя? Мала это. Так мне же сказали, что ее в машине не было. Или была? В смысле, Толь, ты что, ее не видел? Я думала, она у тебя. Где Полина? Да откуда я знаю-то? Не знаю я. Нет, я, конечно, уже ко всему привыкла, но... Это как? Она дочь тебе, Толь. Я понимаю, конечно, что ты алименты не платишь, но поинтересоваться, где ребенок, ты можешь? Ты отец ей, в конце концов. Не отец ей. Что ты несешь? Мне Наташка сама сказала, что я не отец, а ты вон у этого с папочкой спроси. Да, ну, я только сам вчера узнал. Ну, чего сплетни-то разносить, серьезно? Вы что вообще? Валер! Отец он! Или не отец, мне вообще все равно! Черт с тобой, ты мне скажи, где ребенок! Да откуда я знаю? У родни Наташкины, может, или у подруг ее, у нее подруг миллион. Вот, у подружек, пойди спроси. Тебе вообще какая разница, а? Уж тебе она точно никто. Это тебе она никто. А мне она родная. Как была, так и осталась, понятно? Наградил Бог братцам. Танька, ты что завелась-то, а? Ну, Валер. Да что? Валер, все. Ну ладно, ладно. Слушай, вот этот кровь твоего братца я взял. Ну, можешь, если хочешь узнать, сдать тест на ДНК. Может, ты лучше? Ну что, кто мне позволит? Давай сам. Не, я не могу, он дорогой просто. Я тебе денег дал, ну все, что? Еще чего, я у мужиков денег не беру в долг. Ну и дуры. Ну дуры, что? Танька, ты куда? К Людке. Ну, если этот не отец, кто-то же должен быть отцом, правильно? Может, Людка знает? Ну, сходи, да, Людка такая, она должна вполне да. знать, кто отец, кто деда, пока. Кто дедов брат. Ну, вообще, поздравляю. Спасибо. Денежку. Денис, блин, заблокировал, что ли? Мужик, ну ничего, сейчас я тебе устрою. Алло, Вик? Привет. Слушай, я тут подумала, а ты давай сегодня заселяйся. Ага, ключи у соседей возьми в 6-й квартире и заселяйся. Ну, пока на 2 недели. Ага, хорошо, только 5000 мне на карту переведи. Сегодня. Нет, Вика, этот номер не пройдет. Сегодня. Все. Сначала деньги пришлешь мне, потом заедешь. Я тебя слишком хорошо знаю. Все, давай. Пока. Знаешь, что я сделала? Квартиру сдала в Красноярске. Ну, а что нет, если она там пустая стоит? Да, действительно, только не моя квартира. У меня денег нет, ни копейки. Я уже вообще не знаю, что придумать. Серьезно? Серьезно. Чужую квартиру сдала? Ну, ты вообще аферистка, Танька. Люд. Так, тихо. На, вот. 1500 больше нет. Ну, как сама ты потом будешь, Люд? Чё, первый раз, что ли? У девок займу. Бери, бери, бери. Спасибо. Пожалуйста. Слушай, насчет букета что-нибудь прояснилось? Да Милке это букет, 100%. Милка ее на серебряную свадьбу пригласила, а меня нет. Нормально? В одном кабинете сидим. Во, люди. Угу. Ты какие-нибудь сплетни про Наташку слышала? Ну, что типа Полинка там не от братана моего. Да ты шо? Правда, что ли? Не, я такого не слыхала. А чё слыхала? Ну чё? Сплетни были, конечно. Не, ну как не быть, если Наташка 25000 только за один частный садик платила. А зарплата у неё? 40. Понятно. Да был у Натуськи кто-то, ясен пень. Но она так шифровалась, вообще никому словом не обмолвилась. Понятно. Все? Больше ничего не знаешь? О! Полиция! Здорово! Привет!
Валерка, ну-ка арестуй ее за аферы с недвижимостью. Обязательно. Пошла поработаю. Давай, пока. Чего, Атаманов? А? Преследуешь меня, что ли? Суд подай за домогательство. Или лучше перестань сразу за изнасилование, а? Ну, что, шуточки такие у тебя? Ладно, давай этот бинт, сам сделаю тест. На. Угу. Поехали. Что, Полькин этот, щетку и расческу найдем. Садись в машину. Прошу в карету. Стоять. Сама дверь забыла с утра закрыть, а? Не может. Ну, тогда посмотри, пропало что-то. Ну так-то вроде все на месте. Угу. Это что такое? Деньги. Я понимаю, откуда? Сто тысяч. Кто это принес-то? Дед Мороз, Красный Нос. Дверь-то не взломана? У него что, ключи есть? А чего не запер тогда? Ну, не знаю, может, кто-нибудь спугнул, сосед по лестничной площадке, еще кто-нибудь. А откуда ключ Наташа дала? Может, он ее любовник и отец Полины? Деньги он мне зачем оставил? Чтобы я уехала отсюда поскорее, не искал никого. Ну, чтоб ты уехала, не нужно 100 тысяч. Наверное, скорее всего, чтоб осталась и искала. Значит, она не с ним. Да ладно тебе, а? Ну, чё ты? Мы еще пока ничего не знаем. Все нормально. А он что, он ищет ее или нет? Я уже ничего не понимаю, Валер. Да откуда я знаю? Я пацанам сказал, чтобы они пробили Наташин телефон и банковский счет. Дай мне день, мы все поймем. Ночевать я здесь как буду? Ну, смени замок, если страшно. Или повторю свое великодушное предложение. Валер, ну хватит, правда. Че? Хорош. Все. Ага. Все, в общем... По караулю рядом с домом или пришлю кого-нибудь. Деньги-то сдашь или себе оставишь? Сейчас сдам. Атаманов! Атаманов, где тебя черти носят? Где-где? Работаю, веду наблюдение. Бросай сей секунд. Поножовщина в клубе у вокзала. Рамис с Сивом сцепились. Толпа собирается. Сейчас полгорода разнесут. Слышал меня? Слышал, отбой. Я ищу, да. Я могу помочь. Там гаражи недалеко. Она, похоже, там я видел. Кого? Полину видели в гаражах? Да, мне кажется, ей страшно дома одной. Но я бы ее привел, но она ко мне не идет. Чужой человек, сами понимаете. Так, подождите секунду, я сейчас... Как назло не берет. Не, ну я-то не спешу. Там ребенок-то один. Мало ли, что случится. Да, я понимаю. Сейчас, подождите, я оденусь. Это, вы денежки возьмите. Я много не прошу, но так, это, услуга есть услуга. Ну, там, если, может, бутылочка какая, вина, там, если водку не держите. Вот. Ага.
Все. Пойдем. Идем. Вон она там, за машиной. Полина! Я уже думал, ты свалил с деньгами. Ну что, красавица, будем знакомиться? Блин, вы чё? Боже, пусти! Полина, где? Полина, где? Полина, где? Валер! Валера! Алло. Алло, Валер, привет. Спасибо тебе большое. Я идиотка повелась, если б не ты. Как? Ну, ночью. Как не знаешь? А кто ж тогда? Нет. Погоди. Не, ничего не случилось. Да ничего, говорю, не случилось. Все. Давай, отстань. Все, пока. Че, мою квартиру сдала, что ли? Совсем сдурела, что ли? У тебя совесть есть? Денечка, прости, у меня не было другого выхода. Она мне ни копейки не заплатила, правда. Да я просто не успела, прямо сейчас и переведу. Все, давайте, собирайтесь уже. Ты что, с ума сошел, что ли? У меня белье стирается. Да я полицию сейчас вызову. Денис! Ты даже не представляешь, меня тут чуть не убили. Я тут совершенно одна, ты мне не звонишь. Не звони же, если вот так вот позвонила бы, а я мертвая уже. Тань, господи, что ж такое вообще? Да... Адрес давай. Фурманова, 10, четвертый этаж. Квартира. Сейчас посмотрю. Третий этаж, а не четвертый. 21-я рядом. Значит, это либо 20-я, либо 22-я. Денис, я тут совсем уже потерялась. Ничего не понимаю. Ты, главное, до завтра продержись, хорошо? Сможешь? Да, 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 я до завтра, наверное, смогу. Давай. Здравствуй, мой рыцарь на белом коне. Между прочим, я сюда не мириться приехал. А зачем? Ну, ты сказал, что тебя чуть не убили. Я что, это мимо ушей пропустить должен? Ну, вообще-то я правду сказала, не собиралась тебя заманивать. Я вижу. В общем, я приехал как друг, помочь беде. Рассказывай все сначала и внятно. Ну, хорошо, друг. Пойдем, расскажу.
Да, замки у вас в арбузове, конечно. Везде одинаковые. Слушай, как ты думаешь, кто меня от бомжей-то отбил? Скорее всего, тот же, кто тебе деньги подкинул, предположительно, отец Полины. Откуда он узнал про бомжа? Следил за тобой. Зачем? Надеялся, что ты ее найдешь. Только не понимаю, почему он на тебя надеялся, а не на себя. Может, он женат и не хотел палиться? Ждал, пока ты все сделаешь вместо него. Ну, он даже не представляет, какая я дура. Ты не дура. Ты Дон Кихотка. Идешь? Знал, что у Полины целиакия. Это что такое? Болезнь какая-то? Целиакия, непереносимость глютена. Ей нельзя хлеб, макароны, овсянку. Смотри, в описном эпикризе сказано, что болезнь наследственная от отца со слов матери. От отца? Очень странно. Толик вообще жрет все, что видит. Чем Наташа ее кормила, интересно? Заказывал продукты в интернет-магазине «Василек». Если человек, у которого сейчас Полина знает о ее болезни, он тоже заказывал продукты в «Васильке». Так, я сейчас попробую сгонять туда. Может, мне удастся достать список новых клиентов. Смотри. Да-да-да-да-да. Потом заеду за тобой. Хорошо. Алло. Да, Валер. Ну что, удалось что-нибудь узнать? Ну, наконец-то. Ничего, в больницу сейчас поеду, только суд повезу, гаду. Ладно, все, пока. Не могу больше говорить. Да мне плевать. Думай, что хочешь. И мне абсолютно все равно, кому ты должен и кто сломал тебе ребра, понял? И я доломаю тебе оставшиеся. Если ты хоть раз позвонишь мне, понятно? И сделай это не потому, что я боюсь, что ты настучишь моей жене. С Наташкой я не спал. Она сама так сказала. Сама! Ты чего не понял? Ай! У меня отец умирает. Только сунься. Это труп, Толик. Вот тебе 20 тысяч на билет. И катись отсюда, понял? Сам катись! Это кто был? Не твое дело, деньги подай. Что? Не твое дело. Это отец Полины, я его у детского садика видела. Деньги подай мне. Ты что, у него деньги просил? А что я? Интересно. Задарма должен? Чё должен? Задарма должен. У него моя фамилия, между прочим. Здрасте. Ты видел только что этого мужика, который из палаты вышел? Кто это? А, это Андрей Акимов, на кирпичном замдиректора. Сын хозяина. Замдиректора. Его там видели-то пару раз от силы. Он вообще больной на всю голову. Он игрок, да? Да, кто бы говорил? Сейчас его папаша при смерти, Андрей Акимов под грядущее наследство делает себе большие долги. Ты проверь его, Валер. Обязательно. Он утверждает, что это отец Полины. О как. Наташа тебе вправду это сказала или нет? Ага, как же. Она мне денег дала, чтобы я расплатился с долгами. Откуда у нее деньги-то? Откуда? У нас что, весь город полон богатых мужиков, что ли? Я не могу понять. Привет. Привет. Здрасте. Денис Кукушкин, знакомьтесь, из Красноярска прилетел. Здрасте, Кукушкин. Забирайте ее и улетайте, потому что она здесь всех достала. Бывший, значит. А что так долго, программист, а? Да я вроде не опоздал. Ребенка пока не нашли, так что пригожусь. Ну, смотри, смотри. Хватит. Что там насчет Наташиных звонков? Ну, компетентные органы работают. И? Что и? Это секретная служебная информация. Валер. Да, что, Валер? Ты что? Мы же вроде как вместе ребенка ищем. Да? А ты своего программиста спроси, он за два счета найдет. Ты что-то узнал, да? Узнал. Ну, так ты мне сейчас скажешь. Не скажу. Нет, ты мне скажешь, Валера. Нет.
Скажешь мне! Ты что, скажешь больная, мне, Валера, что скажешь! Что? Валера, что ты скажешь сам больной! Нормальный! Эй! Исчезни, да пусти его! Отпусти его, блин! Не видел, Рэмбо, кто белых собак не видел! Катитесь в свою Сибирь, а не Неводы! Ревнивые у вас мужики в Арбузове. Да, очень. И злопамятные. Это когда ты успела-то? А тебе какая разница? Мог бы и порадоваться за меня по-дружески. Хороший мужик мне достался. Надежный. Ну, тогда я тут зачем? Пусть он тебе Полину ищет. Слушай, хватит. Он будет сам искать, мы с тобой сами. Нет, ситуация неравная. У него все ресурсы, а у нас ничего. Нет. У нас есть самое главное. Твоя светлая головушка. Нет, у нас есть твое желание спасти мир. Все, пойдем, опаздываем. Так, в списке Василька Акимова нет. Здесь вообще нет ни одной знакомой фамилии. Ты Наташину почту открыл? Да. Пароль, конечно, Полина 1. Смотри. В пятницу перед дачей им привезли куклу. Фариза, целый набор. Где же у нас тут Фариза? Вот. Слушай, ну, судя по этой Фаризе, с ней играли месяца два. Должна быть новая, другая. Зачем им две? А, может, подарок? Точно. Здесь нет нигде ни куклы, ни коробки. В машине тоже Фаризы не было. Может, на даче? Надо на даче проверить. Алло, Валер? Ну, привет. Это мы, оленеводы. Слушай, мы тут обнаружили, что Наташа перед дачей куклу заказывала по интернету. Новую, дорогую, очевидно, в подарок, потому что ее нигде нет. Будь другом, узнай, пожалуйста, у кого из девочек в Арбузове день рождения 10 июля. Да, 8-9, и лучше начиная с понедельника, с 4. Да-да. Да. Как-нибудь с другом. Валер, ты чё вредный-то такой стал, а? Слушай, мы вообще-то ребенка ищем, а не счеты сводим. Привет. О, Тань, привет. Знакомьтесь, Денис из Красноярска прилетел. Привет, Шурик. Мы насчет машин, правда, не знаю, на сколько дней. Ничего? Пожалуйста. По городу ездить или за город? Да нам надо к Наташке на дачу съездить. А, сеструхе моей привет передавайте. Она Наташина соседка. Да, Галина, сестра твоя. Ага. Серьезная женщина. Знакомы уже? Ну да, не сказать, что в душа компании. Ну ладно, ладно, передадим. Спасибо. Пожалуйста. Да, пока. Давай. Какую? Чего? Нашел? Слушай, может, в подвале еще посмотреть, а? Я все проверил. И здесь, и в подвале, и наверху. Нет ее на даче, все. Слушай, а ты уверена, что они выехали сразу после того, как с тобой поговорили? Просто по времени не сходится. Не знаю, может, у соседки спросить. Пойду к ней схожу. Галина, здравствуйте. Можно вас на минутку? Здрасте. Скажите, а вы случайно не помните, как Наташа разговаривала по телефону? Ну, в тот день, прямо вот перед отъездом. Ну, вроде кто-то звонил. Ну да, это я была. Я из Красноярска звонила. А вы не помните, случайно они сразу тронулись после моего звонка? Да вроде да. Ага. Скажите,
Может, видели? Вот коробка там такая была. Не видели? Коробку не помню. Это кукла, что ли? Да, да, кукла. Я Денис. Вам привет от брата. Спасибо. Жених, что ли? Наташа что-то говорила. Да нет, не жених. Так просто дружим. А, дружба. Раз они ехали лишних 15 минут, значит, точно куда-то заезжали. Скорее всего, на детский праздник, если у них была эта кукла в подарок. Ну, а ты уверен, что они сразу выехали? Может, они 15 минут ключи искали или там Полина в туалет захотела? Соседка сказала, что сразу. А может, они на заправку заехали? Вот тебе 15 минут. А кукла тогда где? На заправке? Куклы нет, это факт. Полины нет, вот это факт. В машине была, на месте аварии нет. Завезли они, наверное, ее куда-то. Куда только. Ну что, поехали? Поехали. Нам к Людке еще надо заехать, показать ей этот список из магазина. Может, узнает кого. Папаша с этой целиаки, он же явно должен покупать продукты в Васильке. Ну что, поедем, друг? Так, ну, единственная знакомая фамилия – это Печатников ТС. Глеб Печатников – это директор нашего кирпичного завода. А Андрей Акимов ему кем приходится? Шурин. Печатников женат на его сестре Тамаре, собственно. Печатникова ТС. Тамара. Тамара – это такая высокая, странная, красивая женщина. Она ко мне приходила. Все прикидывала с подругой Наташи. Ой, да прям подруга. Тамара у нас в городе ни с кем не общается. Все знают, что у нее с головкой немножко плохо. А вот, кстати, Глеб, между прочим, очень даже интересный мужчина. А Наташа могла с ним где-нибудь пересечься? С Печатниковым я не знаю. Вот с Акимовым могла на прошлой работе. Так целиаки у кого-то из Печатникова? Может, у нее? Может, это у них семейная? То есть ты думаешь, что это сестра Акимова продукты покупала? Что-то как-то это странно, когда жена имеется. Ой, ничего странного. У Акимовых все не как у людей. Не, ну я все-таки не поверю, что она просто так ко мне приходила. Еще и слоника Полькиного зачем-то уперла. А может, ребенок у нее? Да нет же, я говорю, она пришла у меня узнать, где Полина. Ну а на кой ей тогда этот слоник? Чтобы мужа своего по морде бить. Ты хочешь сказать, что это Печатников отец? Ничего себе. Люд, только давай это... Тань, ну что ты меня обижаешь? Ты думаешь, я пойду про покойницу слухи разносить? Ну все, все, извини. Так, все, я побежала. Спасибо. Пока. Спасибо. Пока. Тань, пойдем, я есть хочу. О, Атаманов написал. Че пишет? Пишет, что у Наташи в этот день звонков не было. Мой единственный. И что именинницы всего 3 подходящего возраста. И Полинка с ним не знакома. А 11 числа знаешь, у кого день рождения? У кого? У Ники Акимовой. А зачем праздновать день рождения заранее? Ну, у них же все они по-людски. Тебе же Людка сказала. Все вокруг этих Акимовых теперь вертится. Нет, а Елена Акимова вообще меня просто поражает. Клялась мне, что не видела Полину. Глаза еще такие честные-честные. Денис, ты чего там? Нашел что-то? Иди-ка сюда. Покажу кое-что. Погоди, я стул-то не упадет? Не знаю. Это что? А? Жучок. Прослушивающее устройство. Вот скотина! Это он все это время прослушивал?
Он сейчас работает. Возможно. Сейчас, погоди. Эй, вы! Вы отец Полины! Вы нас слышите? Вы все это время подслушивали, да? Если Полина у вас, дайте знать, прием. Вы меня слышите? Вы зачем скрываетесь? Почему вы не ищете собственного ребенка? Ой. Я же говорила, упадет. Не ударился? Нет. Слушай, может, съездим туда? Куда? Ну куда? Каким его мы знаем, что к чему? Это еще кто? Господин Печатников, надо полагать, собственной персоной. Подожди-ка. Вы отец Полины? Она не у вас? Почему вы ее не ищете тогда? Ищу. Ищу. Вот так вот тайно, да? У нас за спиной. Я ее ищу. Подслушиваете, прячетесь. Что ж так робко? Жена, небось, ревнивая, да? Не ревнивая. Не ревнивая, она больна. Ей будет это очень нелегко. Нелегко. Опомнился. Тесть еще, да? При смерти. Как узнает, что вы ей изменяли, сразу большой куш из рук? Тань, прекрати. Что прекрати? У него дочь пропала, он не чешется. Она права. Я не знал, что все так обернется. Я думал, вы ее найдете где-то у подруги или у родни. Ну, быстро найдете. И... Жучки нам поставили. Когда хоть поставили-то? Ну, поставил, простите. Сразу как понял, что Полина пропала, дня через два после похорон. Простите. А не легче было, скажем, там, частного детектива нанять? Ну, я не думал, что все так будет. Я думал, вы ее быстро найдете. Я приеду, объяснимся, к тетке отвезу. Деньги 100 000. Да? И от бомжей меня спасли. Спасибо. Это вам спасибо. Вы ради моей дочери ночью не знамо куда, не знамо с кем. Ну, идиотка, чё? Дура конченная, сама не знаю, как повелась. Дурак один, вот, перед вами. Все испортил. Значит, вы думаете, что Наташа отвезла Полину к Нике на день рождения с куклой? Ну, мы не уверены, зачем Акимовым скрывать и прятать вашу дочь. Вот сейчас мы это узнаем, спросим. Пойдем. 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 Привет. Хорошо, что пришел. Тут Тамара у нас с самого утра сегодня. А что вы делаете? Вот она. Вот она, эта Фариза. Ника, скажи мне, Никочка, тебе ведь Полинка эту куклу подарила, да? Она у вас? Кто? Дочь моя. Да почему у нас? А я не понял, что за крики, а? Где моя дочь? Мне откуда знать. Совсем реханулся, что ли? Где моя дочь? Или у тебя одно на уме ждешь, когда отец выгонит меня? А я предлагал поделиться тебе по-человечески. Я-то сын, а ты кто? Тоже мне зять непонятно, от кого у него дети. Как это непонятно? О, сестра барана, который деньги требовал, да? А ты ему деньги давал? Идиот. Скажи спасибо, что мы отцу не рассказали, как ты с Тамаркой поступил. Андрей, хватит. Глеб, я тебя умоляю, давайте все успокоимся. Послушайте, мы Полину последний раз видели в детском саду. Как это в детском саду? А на день рождения ее вам кто привозил? Вот с этой куклой, с этой Фаризой. Наташа ее специально для вас купила. Но мы Полину не приглашали. День рождения был 11 числа, ну, Полина пропала 10-го. Ника, иди сюда. Давай. Ну-ка, скажи. Я Полину не угощала, она в садик не пришла. Молодец.
Фреза тогда откуда? Вы что думаете, нам ее Полина подарила? Может быть, мне вам еще чек показать? Что вы шумите? Отца разбудили. А, и вы здесь? А вы-то ко мне зачем приходили, а? Слоника Полинкиного для чего уперли? Зачем он вам? Она что, у вас? Прошу вас, перестаньте. Ты жена моя. Она не могла. Ну что ж, спасибо и на этом. Не могла. Хорошо, хорошо, не могла. А где ребенок тогда? Где? У вас ее нет, у вас ее тоже нет. Понимаешь, что ее нигде нет? Да откуда мы знаем? Пускай полиция ищет. Полиция? А вы заявляли в полицию? А чего же вы? Заявили бы, она бы искала. Но нет, вам надо, чтобы все шито-крыто было. Чтобы лишь бы скандала не было. Все, пойдем. Пойдем, Таня. Куда мы пойдем? Вот скажи мне. Пойдем. Куда? Вот куда я теперь должна идти? Где мне ее искать? Все, пойдем. Тань. Что? Тань. Что? Ну что? Ну успокойся, успокойся. Хорошо. Если это просто обыкновенный маньяк, и ее больше нет в живых. Были здесь такие случаи? Надо Атаманову звонить. Я проверял, не было. Не было. То есть ты тоже об этом думал, да? Полины не было в машине, значит, Наташа ее куда-то кому-то отвезла. А выходит, этот кто-то свой. Хорошо, свой. Все, не маньяк. Не маньяк. Все хорошо, хорошо. Давно знаешь? Елена рассказала. Как только это Татьяна сюда приехала. Девочка знает, что ты отец? Знает. Ты никогда не хотел детей. Ты болела. Мы были счастливы и без детей. Помнишь? А теперь у тебя есть ребенок. Ты 2 года жила в Германии. Я не жила в Германии. Я умирала в Германии. Ладно. Сейчас не об этом. Я только одного понять не могу. Пропал ребенок. Столько времени прошло, а ты делаешь вид, что ничего не происходит. Одна только эта тетка, которая никому не тетка, бьется головой об стену, весь город на ноги подняла. Где твоя дочь, Глеб? Почему ты ее не ищешь? Завод боишься потерять? Отец уже в курсе? Они держат этот козырь в рукаве. Не договоришься с Андреем? Расскажут папе, что ты обидел его бедную больную девочку. Я не буду с ним договариваться. Значит, ничего не получишь. Значит, ничего я не получу. И черт с ним совсем. И что ты будешь делать?
Не знаю. Подумаю. Начну все сначала. Тань, тебе надо отдохнуть. Давай завтра обо всем подумаем. М? Че, уедешь теперь, да? Родного отца нашли, он пусть теперь ищет дальше, правильно? Слушай, ну, ты, как выяснилось, Полине не родня, да и отец у нее не последний человек в этом городе. Денис, я тебе очень благодарна, что ты приехал вот так мне помочь, по-дружески. Я понимаю все, я понимаю, что тебе свои-то дети не нужны. А чужие подавно. Господи, Тань, ну я не отказываюсь ее искать. Да, мне совершенно не улыбается удочерять чужого ребенка, и я очень рад, что и тебе не придется. Зря радуешься. Я вот, знаешь, поняла, что я не готова свою жизнь прожить без детей. У меня будут дети. Двое, трое. Я потенциальная многодетная мать, Денис. Я, наверное, тебе не подхожу. А отец кто? Атаманов? Хоть бы Атаманов. Сказал, детей любит. Уезжай. Я понимаю, что ты устал. Я тут сама как-нибудь... Сама. Ну, отлично. Представь, что я уже уехал. Какие планы? Полину искать или сразу детей рожать? Нет у меня больше никакого плана. А у тебя есть? У меня есть. Не достанутся твои дети Атаманову. Хоть немного поспала? Ну да, немного поспала. Спасибо. Слушай, я думаю, что Атаманову надо срочно в ЗАГС отправить. Одного без невесты? Тут так принято. Объяснить ему все надо. Да? Да. О! Ничего себе, как быстро. А рядом был. А что звали-то? Если хвастаться, что вычислили папашу, так я сам знаю, печатников. А если уже и Полину нашли, тогда я поехал, все. Звали, потому что ты тут главный. И только ты можешь помочь. Подлизываешься, молодец. И чем помочь? В аэропорт подвезти с мигалкой, а? Нет, с документами, Валер. Версия. Если Наташа кому-то Полину отвезла, значит, это кто-то знакомый. А. Ну да, не маньяк. Не маньяк. Слава тебе, Господи, что не маньяк. Ну, значит, этот знакомый решил оставить себе эту девочку, да? Вообрази. Вообразил. Ну, ему же нужны документы для этого. Mm. А Полинины документы все дома. Свидетельство о рождении там. Mm. Все. В ЗАГС, думаешь, да? Узнать, не заявлял ли кто о пропаже свидетельства о рождении, да? Да. Инга? Здорово. Здорово. Привет. Привет, Тань. Привет. Нашла племяшку? Нет, не нашла. Кошмар, конечно. Как представлю, что с Кристинкой, с моей, что-нибудь такое. Скажи-ка мне, Шурик, а зачем тебе понадобилось новое свидетельство рождения Кристины Александровны? Старое-то где? А я откуда знаю? Галка двое суток искала, нету. А те что, на пропажу документов бросили? Да, Валерка, сделал ты себе карьеру в полиции. У Кристины день рождения когда?
В июне 16-го. В июне. Отмечали когда? Ну, как выздоровел, так и отмечали. У нее ветрянка была, вот ждали, пока пройдет. Какого числа? Какого? В воскресенье, 10-го, что ли. А, хорошо погуляли, что ли? И много гостей было? Много. Сестра вот только у меня не приехала. Она то Кристинку с рук не спускала, зацеловывала всю. А то теперь ее вот вообще нет. Даже на день рождения не приехала. Слушайте, да кто ее поймет, а? Дом продает, говорит, в Сочи собирается переезжать. Дожили. У тебя что, есть жена и сестра обе Галины, что ли? У меня и тетка Галина. Что, теперь судить за это будете? А у Галины свои дети есть? Нет, ни детей, ни мужа. Так, короче, Шурик, звони своей жене, спроси, а приглашали на день рождения Кристины Полину Щапову? Это еще зачем? Да звони, затем. Ну, если просите. Алло, Галька, привет. Да. Не, слушай, давай, не сейчас, я по делу. Скажи, а у Крыськи на дне рождения Полины Щапова была? Нет? Ну, вот я тоже не помню какой Полинки. Я о том спрашиваешь, дурила. Спроси, приглашали или нет. Слушай, скажи, а мы ее вообще приглашали? Так, и что? Ясно, ладно. Да, давай, пока. Ну, говорит, приглашали. Наташа должна была завести, но, понятное дело, не завезла. Давай. Выходит, никуда Наташа Полина не завозила. Куда тогда 15 минут делись? Ну, как ты и говорила, они провозились дома, либо на заправку заехали. А на день рождения Полину повезла эта Галина. Потому что она все равно туда ехала, к своей племяннице. Потом проехала по Комсомольской мимо Наташиной машины. Она не могла там не проехать, понимаешь? Это единственный путь. Короче, я поехал и здесь остаюсь. Короче, мы с тобой. Не мечтай. Я с ней тихо, спокойно поговорю, как официальное лицо. Валер, ты совесть-то имей. Полина, наверное, там, ты не понимаешь? А кто тебе сказал, а? Программист, приглядись за своей девушкой. Пойдем. Шурик, иди сюда. Че? Оружие в доме есть? Есть, ружье батина. Заряжено? Да шут его знает. Алло, Галька, это я. Слушай, на всякий случай, если ты там вдруг натворил что, к тебе Валерка едет, Атаманов, что-то спросить хочет. Я так понял насчет Полины Щаповой. Давай. Не успели мы с тобой все дела доделать, надо уезжать. К маме. Я твоя мама. Я твоя настоящая мама. Моя мама Наташа. Олюшка, Наташа умерла. И твой папа тебя бросил. Но ты не сирота. Я тебе и мама, и папа. Thank you.
Ну, стой, где стоишь. Тихо. Полина. Папа, ты меня нашел. Полина, отойди от него. Это не твой папа. Полина, иди сюда. Ну что вы, все же хорошо. Ну, опустите ружье. Полина, моя дочка, вы же не будете в нас стрелять. Я вас очень прошу, опустите ружье. Да не смеши меня, отец нашелся, урод. Полина, отойди от него. Иди ко мне. Я вас очень прошу, опустите ружье. Но она ребенок совсем, она может выстрелить. Полина, я сказала, отойди, отойди! Олечка, иди в уголок. Иди, минутку постой там. Ну что? Не подходи. Ну, опустите не ружье. Не подходи. Не подходи. Не подходи! Полина. Полина. Садись сюда. Надо. Сволочи. Не дали пожить. Хотят забрать ребенка. Ребенка хотят забрать! Не отдам. Не отдам! Тихо. Тихо, Полечка. Поля, тихо, 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 тихо. Все хорошо. Ничего не бойся, я что-нибудь придумаю. Ты как? Здорово. Да, ты лежи, лежи, лежи. Сейчас пойду помогу. Полина там. Там она. Полиция, откройте дверь! Галина Семеновна, откройте дверь, я сказал! Не будет по-вашему. Дверь откройте, Галина Семеновна! Сожгу все. Где спички? Поля! Откройте, на полицию! Я дверь сейчас вышибу! Вы слышите меня, нет? Где спички, Поля? Дай спички! Дай спички, приятная девчонка! Гады! Сволочи, ненавижу! Дверь откройте, Галина Семеновна! Твою же мать, а, Галина Семеновна! Открывайте дверь, полиция! Все сказала. Будет тихо! Все будет быстро! Да не ори ты! Галина Семеновна! Твою же мать, а! Ты что творишь-то, а? Ты, Галя, дура, что ли, а? Ты дура, что ли, Галя? Не дрожь! Не дрожь! Больная совсем, а? Совсем больная. Ненавижу! Пусти! Пусти! Пусти, сволочь! Давай, а? Пусти! Ну что стоишь ты? Вызывай скорую. А, да. Алло, скорая? Приезжайте. Блин. А, я твоя тетя. Твоя тетя Тань, ты помнишь меня? Где мой папа? Садовая, 14. Да, ждем. Спасибо. Все будет хорошо. Хомяк мой. Ребенка заберет кто-нибудь. Иди ко мне, Полечка. Нет, я с папой поеду. Папа поедет в больницу. Иди сюда, моя хорошая. Пойдем. Поезжай, Полечка. Можно я с ними? Нет, нельзя. Валер, попроси, пожалуйста. Да пусть они едут. Спасибо. Садитесь. Позвоните моей жене, пожалуйста, Таня. Я вас очень прошу, пусть приедет. Я следом поеду. На машине. Где ты? Вот ты. Где ты? Вот ты, слоник. А где ты? Проснулся. Пить хочешь? Доктор сказала, что немножко можно. Осторожно.
Поля. Полина. Давай помогу. Слоник. Слоник, сейчас подам. Ну что, довольна, Танюха? Столько великих свершений. Вот не знаю, как город устоял после этого, а? Я доволен буду, Валер, когда ты меня домой отпустишь. О как! Кому и Сибирь дом родной. Так что не надейся, Щапова. Если бы эта идиотка не стрельнула в него, может быть, как-то уладилось. А так теперь начнется такой геморрой. Валера, ты серьезно? Серьезно? Да побойся бога, меня там не было, когда она стреляла. Ты эту кашу заварила? Ты основной свидетель. Так что никуда не поедешь. Рука устанет бумажку заполнять. Валер, а я что, тебе как свидетель не нужен уже? А ты, собственно, что можешь написать того, что не сможет она? Так что лети, программист, спокойной душой. Серьезно. А вот и не надейся. Если она здесь, то и я здесь. Знаешь, что скоро июль, персики, абрикосы. Не то, что у нас оленеводов. Виноград поспей. А виноград в июле? А он тебе точно программист, может, врет? Валер, мне не важно. Не важно? Держи, программист. Валера! Валера! Подожди! Ты что, обиделся, что ли?